Ну что, друзья, новая серия Вакахиных заплывов. Я специально тут притормозилась понаблюдать за ним. Вчерашняя утка покоя не дает, опять провоцирует. Но видите, какие пловцы, акиты медлительные. Если еще сейчас хвост ко дну пойдет, то ему трудно. Очень медленно плавают. Один нос и кончик хвоста. Но тем не менее, вот вакай, он любитель плавать. Многие акиты даже в воду не заходят. Вот такая вот разная порода. Не порода одна, а поведение разное. У нас тут, наверное, водоемов очень много, поэтому и жаркое лето, тридцатка, поэтому, конечно, купается. Ждет, когда лед сойдет и уже заходит в воду. А то и по льду с ранней весны. Любит он, конечно. Как всегда, на самой красивой акватории с этой стороны, где Кремль. Виды потрясающие. Удачно город расположен на водоемах. Скоро можно по всем акваториям комфортно гулять. Хотя здесь все реконструировали постепенно. Все, что еще не сделали, доделали. Ругается Вака на тебя? Ругается она, да? Ух, она. Хорошо, он хоть к рыбакам бежит и притормаживает. А то я все боюсь, что он в удочках запутается. Ух, она, да, Вака? Утки эти. Вода теплая, скорее всего. Я сейчас в кроссовках, даже не могу потрогать. Чувствовать. И, в общем, чистенькая. Уже такой отряд уток огромных опять погнал. Здесь на глубине этой речки проходит метро, на глубине под речкой, в 30 метрах. Мелко, конечно, у них фарватер вот выставлен. Они объезжают много.
в Акахе раздолье. Как ему со мной повезло. Я такая мягкая. Всегда ему разрешаю все. Ну и он у меня послушный. А послушная собака гуляет вольно. Мы сейчас пойдем до конца, дойдем, повернем на побережье и пройдем прямо по берегу. По нашей акватории, по нашей стороне. Так что... Купайся, купайся, что смотришь? Все меня контролирует. Здесь не везде дно хорошее, поэтому. Ворона ободранная такая прилетела. Этот же охотник сразу. Реакция. Ворона, да, вокруг она? Он их ловил. Зависают какие-то наши. Что-то ты похудел, Вакаха, живот вообще впалый весь. Сыроеда не откормить никак. Чуть больше даешь, а он не усваивает. Ну что, все хорошо? Ой, ну что это такое, Авакай? Смотрите, в грязь завалился в самом. Сейчас пойдем на песочек. Он там скупается потом. Короче, ворона привязалась нафиг. Что-то хочет. Околачивается рядом. Провокаторша. Мы плавали на экскурсию. Классно. Вакаха купается бесконечно, я прямо ему завидую. Вот если бы я сейчас на море была, ох, тоже бы плавала. А он кайфует, молодец вообще.